using the unique features of this. Лучшие фрираннеры мира в минувшие выходные собрались на греческом острове Санторини. Здесь состоялся финал соревнований Art of Motion 2015. Паркурщики проходят дистанцию в 260 метров на улицах старинного и живописнейшего городка Ия. Крыши домов, террасы и бассейны для этих ребят не преграда, а путь под ногами. Его нужно не просто преодолеть, но и сделать это максимально качественно, плавно и креативно. Некоторым это удается менее чем за 2 минуты. Первое место, как и в прошлом году, занимает Димитрис Кирсанидис. 20-летний грек, один из немногих трейсеров, который часто используют двойное сальто. Мы в Греции, конечно, зрителей было много, это было впечатляюще. Благодаря им я перестал нервничать. Серебряный призер, так же, как и в прошлом году, латвиец Павел Петкунс. Он известен своими зрелищными затяжными сальто. Третье место достается канадцу Джессу Теверелу. Это мастер сверхдальних прыжков и стоек на руках. Был среди финалистов и россиянин Александр Байтурин. В прошлом году он был бронзовым призером, однако в этом ему не удалось выбиться и в первую пятерку.